Собственные цифровые деньги OCoin планирует запустить сингапурская компания по аренде велосипедов O-Bike в начале 2018 года. Благодаря платформе для оплаты услуг, основанной на технологии блокчейн, пользователи смогут не только рассчитываться криптовалютой за сервис велопроката, но и зарабатывать. За весь период осуществления поездки клиенту будут насчитываться O-коины. Ими можно будет рассчитываться за последующие услуги O-Bike, а также приобрести продукты музыкального сообщества Payvo и приложение для стриминга видео UpLive.